Скажи. Не, подождите, мы наоборот на здоровое питание пришли, у нас прайдовые эти все агуши, знаете, вот эти. Питание, фруктовка, малоежка, да, да, кто знает, кого дети есть, все знают, как это, ну так. И на спорте все на велосипеды приехали сюда. Это шишка, да? Спасибо! Я тоже иногда люблю. Я сейчас пишу. Сейчас серьезная песня будет, я не могу переключиться, честно. Как-то вот, ну, не могу поймать настроение. Так, ну если серьезно. Получил премию «Шансон года» в прошлом году за песню. А мы сядем за стол. Долго я ее писал с поэтом Михаилом Андреевым. Это тот человек, который написал хиты «А чего так в России березы шумят?» «А чего белостволы все понимают?» «Трамвай Пятерочка», «Клетки, клетки, клетки», как в метрополитене вагонетки, помните? И мне посчастливилось с ним работать, и, наверное, 80% нашей программы – это все песни на его стихи. Я его всегда упоминаю, вообще считаю правильно упоминать людей, которые написали и создавали эти песни, потому что они как-то всегда в тени. А мы исполняем песни, которые они написали, они придумали. Это настолько ценно, это настолько важно. Просто даже сказали, что это Михаил Андреев, и ему так приятно от этого. Вот я считаю, что это обязательно нужно делать. И песня «А мы сядем за стол». Хочется пожелать всем вам, чтобы вы собирались с родственниками, с друзьями, сюда большими компаниями. И самое главное, чтобы светлые какие-то моменты были, чтобы вы собирались, чтобы никаких грустных моментов. А мы сядем за стол. До крова врезались, просто так ничего не понять. Наши судьбы узлами связались, и никак нам их не развязать. От людей никогда ключ не прятал, двери заперто просто входи. Встречный ветер упрям, почему же тогда ты в груди? Я не буду жалеть эти струны. Oh,
не вылили горькую самую, не затянули горлом ее, а утром.